И перед началом данного ролика рекомендую канал Max Risk. Он снимает Маккоин. Он вышел час назад. Я его посмотрел и офигел. Также запасные каналы. Мои друзья тоже каналы запасные. Мы с ними кинемся. Вот приятный, типа того, классный проект. Называем проект. Последний. Роблоксер. Рекомендую. Спойлер. Что там будет? Что еще сказать? Вот, кстати, Mobile Alpha Max Risk. Прикольное название, рекомендую. Так, есть еще какой-то еще Mobile, я помню, это я его назвал. Так что вот, желательно на него подписываться, да. Это прикольно. Приятного просмотра. Так, Minecraft. О. Вот, последний рыцарь и последний роблоксер. Название, стой, последний рыцарь. Ой, тут на черный бранчик сейчас. Последний рыцарь, говорите. Что происходит? О, а, так мы тут остались, да? Последний рыцарь. Приятного просмотра. Надо. Классное название. Я потом придумаю название. Пиши комментарий, как мне назвать. Так, что мы тут делаем? Что-то я не понял. Так, что такое креативи, как там? Разбираться давайте. Так, а что мы тут? А, помните? Так, ну что ж, давайте туда заново. Так, вот мы здесь находимся. Говорит он, отправился генерал. Что ты отворачиваешься? Ты отправил, зачем ты сделал? Почему? Что это такое? А, тут король. Вот, где король? Сразишься с нами, победишь нас и покажем, где король. Он придет к тебе. Блин, так я же сражаюсь. Тут что, кстати? Тут что? Да. Черные, блин, сильные стали. Почему они сильные? А вот тут вот зеленые стали. Ха. Они едят. Я не знаю, почему оранжевый и красный могут тут завоевать. Что-то им вообще непонятно, да? Не, ну, может, да. Они совместно сделали атаку и на черного. А зеленый кушает их. Мы сможем съесть зеленого. В принципе, как вам такая идея? Тренируйся лучше. Блин. Кстати, я тут хочу пойти... Таймсет D для начала игры. Пойти тренироваться с сильным воином. Так, ладно, поджигаю, конец, знаете, вот ухожу. Куда идти, я вспомню, шутку. 5 урона, железный, ух. Поговорить нужно с ним сейчас. Чувство, что звук рвал. Звук реально пропал. Ладно. Эй, мастер меча. А, я испугался, думаю, не будут бить. О, у меня 40 маза, я вообще с... Я готов. Можно... Маза, меч. Спасибо. Да, спасибо. Что, тренироваться? Ха, я стал сильнее, друзья. Всем привет, меня зовут Макс Риск. У меня алмазный меч появился. Как у этого сенсея, только у него как-то закрученный, скорее всего, 8 урона, а у меня 7. Также у него зачарован, скорее всего, будет меч. Так, нужно купить броньку, сражаться, тренироваться. Ну что, давай, ха-ха, а давай с боссом, с этим мастером сразимся. Если мы сражаемся, мы пойдем туда, да, как я понимаю, ну да, конечно. А что там, тоже одолей меня. Пойти туда, или что произойдет такое. Ну что, туда пойти, обязательно меня нужно победить. Ладно, давай, бой. Ух ты, слышь, блин, слышь. Так, все, я понял. Твою ж магнитолу, да, ты слишком сильный для меня. Мне нужны доспехи просто сильные. Я не ожидал такого, блин, возвращаться обратно нужно. Я уже 1000 раз умираю, слушайте. Не знаю, почему звук игры одни, да. Где у нас башня, он? Я тут. А вон она, кстати, наша база. Наша база, типа того. О, считай, я сейчас свою коня возьму, типа того. И мы обратно вернемся. Война продолжается, а я, блин, тренируюсь, блин, в городе. Никуда не пускают меня, потому что я слабак, видите, да. Я сильный у нас тут, даже меч, мастер меча. Так, конь, зажди обратно. 1, 2, 3, 4. Слава, хоть, ну, правила не добавили, там, силы не увеличились. Но если добавить сюда, будет просто, наверное, в шоке. Пиши комментарий, как тебе серия
Может, продолжить что-то добавить, что отнять. Может, у меня реально отнялось, что он так быстро мне врубать начал. А то невозможно это все. Алмазы, лук, хай будет. Тут не сколько вещей. Повязка, карта, семена, отличная идея. Так, вроде бы все поднял, да? Да ладно. Вот, блин, столько вещей, тут щит, ну хай будет щит. Для воина. Конечно. Это побольше, смотрите, надо быть. Да, реально будет. Так, окей, я понял, что вы сильный. Ладно, я пошел. Можно еще последний раз? Хочу затестить мой щит. Давай. Бей меня. Давай. Те. Бейте меня. Вроде бы нормально. Орили. Нормально. То есть вы удар делаете, я удар уделаю. Если вы бьете просто сильно, как я понимаю. Не, ну это реально помогает, да? Да твою ж магнитолу! Ну пожалуйста, ну что за фигня? Блин, щит не работает, я просто не мож... Ну очень тренироваться нужно, чтобы щит работал. Ну, работает. Вот, блин. Куда ехать? Так, ну в скором времени я тебя тоже одолею, блин. Ну я тут реально не слишком сильно играл, вот честно. Ну ладно, тренироваться. Сражаться. Ну, окей, в принципе. Я знаю одно местечко, можно, в принципе, пойти. Просто мы этот типа то лагерь был, когда я захватывали, помните, какой-то серии, там, Джей, какая серия. Что я понимал. Так. Скоро вас тоже, блин, одолею, мощные все. Капец, блин. Сейчас заберу все вещи. Стал мне все умирать вечно. А кто, блин, моих вещей? А кто вас вырубил? Я вырубил вас? Да ладно. Офигеть, я его вырубил. Может, мне шлем реально поломался, поэтому так изи меня вырубили. Стрела. Карта еще нужнее. Нет, тут шлем, если честно, потерялся. Ладно, пойду к кузнецу, он мне сделает броньку. Так, а что у вас тут такое есть? Ну, вижу. На коне типа того, деревянный меч, так себе. Яблоко, давайте одно посетим. Вижу, даже мест не хватает нормально, как рыцарь настоящий. Мечи, блин, а серебро не, нужно только сковать. Так, пацаны, я хочу затестить мой меч, поэтому сражайтесь со мной, только со мной нападайте. А, я еще будет брони, если что. Давайте так медленно. У меня новый меч, кстати, если что. Откуда ты взял? Я мастер ночи. В смысле, а че он нас не учит? Потому что вы просто охранники. Ты последний. С фул хпм, да? С фул хпм. Я их вырубил. Я в шоке. Вроде бы да, я стал сильнее, стал мощный, мощный меч. Яблоко я не ел, потому что думаю, зачем четырех воинов я так завалю. Так, есть один чувачок, где нужно с ним тренироваться, а то он обидится. Давай, давай! С одного удара я вообще жесткий. А у нас оставляй себе. Не жалко. Так, наковальник, что ты хочешь? Я хочу, можно мне алмазную грудак? Ты прям хочешь это? А еще алмазный шлем. 29, блин, не хватает. Алмазный шлем бесплатный. Давайте купим. Да, грудак. Спасибо. Это, наверное, будет очень щедро. И железные доспехи. Посмотрите на меня, когда я одеваться буду. О, я теперь стал сильнее, говорят. О, я вроде стал сильным. Посмотрим, что будет способный я. Но вроде остается еще штанишки, они реально в скором времени. А можно бесплатно штанишки? Там, не знаю, за 1 доллар.
И еще бесплатно хоть там. Ну всем. Если чем. Вроде бы я стал мазным. Так, там, наверное, то нельзя. Нужно просто лайк набрать, чтобы уже не ленились, а строили. Что в будущем. Так, а я знаю эту мазу прикольную. Поехали. Ой, поехали. Да вот. Может даже я эти яблочко куплю, только как дороговато. Ну, в принципе, можно. О, лучше идти. А тут что, маза есть? Это только для decorations. Ну, интересно, интересно. Священника тут еще нет. Просто у нас сейчас все развивается. Заново начали играть, поэтому больше лайка, больше добавлений. Вы. Погнали. Вы что там? А давайте сражаться. Не? Ладно, пойду сразу с другими. Ну, в принципе, можно, кстати, кого-то нанять. Так, ну что, давайте. Вы у меня хорошие, растите. На. Поехали. Вон они вроде. Это они должны там говорят. Говорят нам. Должны там быть. Ну, так еще Brawl Stars играть. Именно я про Bed Wars и Skywars не хочу. Хотел бы узнать мои навыки. Ну, такое на России. Потом падать будет на город. Солнце падает. Вот, значит, тренировка так есть тренировка. Выходите, блин. Выходите, блин. Я готов вас всех поврубать, блин. Минус. Один. Два. Три. Один. Два. Ну, там двойка. Поколоченный. Ну чего не сражались с ним, пацаны? Кстати, а почему меня не пускают выйти на наружу там и да, скелетами их нанять там чуваков одних? Почему меня то не пускают? Я не понимаю этого. Потому что я слаб, да? Я слаб. А два вот завтра обещаю сражаться буду. Вот посмотрим, я просто новый грудак. Но буду, да, я знаю, да, еще подработаю ночью. Подработаю, да? Куплю штанишки мощные. Все, алмазно куплю, сразу вроде бы скажет, да, и все, иди. И просто воюют, кстати, я не знаю, тут. А где мой конь? Так, давай поберем домой, а то чувствую, будут зомбаки идти. Ну, тут в городе нет таких замков, потому что есть куча защитников, блин. Четверо защитников там защищает короля, тут пару штук их. Там еще один воин, который лучник. Кстати, можно подкопить, подзаработать. Да, кстати, да, отличный день. Квест там выполнять. И все вроде. Нам тут уже захватывать. Блин, уже наконец-таки, блин. Я уже сильный стал, ну когда же? Так, конь. Тут я пора подрабатывать буду. Спасибо. Ну, в общем-то, логично. Пахать. Копать, пахаю. Пока. Копать. Ну да, тут немножко платит, а хорошо платит. Стандартно. Но если убивать некоторых, то платит там хорошую сумму. Ну, если прям генерал нам даст. Только вот этот генерал, блин, не нравится мне. А вот другой нравится. А третий вот, да, генерал. Нужно его одолеть, чтобы появился король или что там появится, я не знаю. Только с лайками. Это все будет связано. Подписки, комменты. Там поделиться в пост. Ура, Макс записал ролик. Заходите, ставьте ему лайки там. Прикольно будет тема. Может, что построить, кстати, да. Может, договориться там подработку, потому что денег сейчас нужно очень много. Хочу договориться, подработать. Я вон, конечно, воин, но хочу еще построить какую-то башню. Если можно. А, да, нам разрешают, кстати. Вот завтра мы этим займемся. Будем зарабатывать как-то. Дровосека найдем, если можно продать, если не можно, если будет такая мысль в голове. А то так просто они нам не дадут. О, уже стак, в принципе. Я не знаю, сколько мне дадут, наверное, скорее всего, 15 золота. Это очень мало, блин. Но хоть что-то мы купим. В день это мало. Не, ну нормально, да. Но мы рыцари, блин. Мы уже должны уже. Блин, ух, как хорошо, блин, побеждать.
Нормально. Ну что, мой конь сидит тут, я бы завтра, кстати, потом потом семена. В общем, то щит мне очень нравится, оказывается. Есть деревянный щит, этот каменный. Хочу новый щит. Ага. Когда буду лайков больше. Привет, пекарь, я готов обменять тебе тут. У тебя что, новое тут? А, все нормально, стандартно. Сколько мы получаем? 18. Ну, мало, ну, нормально, в принципе. 5 алмазов стоит, там, знаете что? Зато яблок, я в шоке. Ну что ж, до следующей серии, пока.